А что ты пошел уже? Дорогие друзья, эти два исполнителя, их представлять вам не надо. Один из них Митяев, а второй Володя Васильевич, с которым я вообще начинал записывать Аркадий Симонов. Он руководил ансамблем всего четыре брата Левадата. И все это состояло из поющих. Да. Так что вот сейчас я вручаю ему микрофон. Пусть он нас потише. Хотя бы полчасика. Ребятки, совершенно хочу сегодня для Рудольфа спеть песню, которую она, может быть, не очень будет сегодня логична, но тем не менее, мне кажется, для того, чтобы придать нашему вечеру этакую элегантную веселость, я все-таки спою для него шуточную песню. Рудик, для тебя! Ребята, сегодня все в зале музыканты. Давайте-ка в ладошки похлопаем. Раз, два, три, четыре. Опа! Все! Не стесняемся, поехали! Хлопаем! Два, три, четыре, ну! Рудик, присоединяйся! Я сижу на острове средь моря, там, где круглый год один туман, гуляет ветер на просторе, и бушует грозный океан. Больше года по морям.
Раз.